моніторинг дзейнасці мікраарганізацый па выніках 2016 года пачынае галоўнае статыстычнае ўправленне Віцебскай вобласці. У рэгіёне зарэгістравана больш за 8 тысяч суб'ектаў малога прадпрымальніцтва. І за апошні год іх колькасць вырасла. На аснове аналізу фінансава-гаспадарчай дзейнасці мікраарганізацый у тым ліку складваецца карціна сацыяльна-эканамічнага становішча краіны ў цэлым. Такое статыстычнае назіранне праводзіцца штогод. У мінулыя два гады респондентов вывучали выборочно. Сёлета мониторинг будет суцельным. Используется данная информация, но, в принципе, надо сказать, это глобально на уровне республики с целью прогнозирования социально-экономического положения республики, да, и субъектов малого предпринимательства, а также при разработке программ по развитию субъектов малого предпринимательства, в том числе и микроорганизаций. По разделам. Если это финансовые результаты, это и выручка, это и чистая прибыль, это прибыль от реализации, это и себестоимость. Если это численность раздел, то мы видим и среднесписочную численность, и списочную численность на предприятии. Мы видим среднемесячную зарплату, это тоже видим. Если инвестиции, то мы видим, за счет каких источников они осуществляют предприятия, инвестиции, вложения. Если промышленность, то мы видим, что производит предприятие, в каком объеме, и в натуральном, и в денежном выражении. Если виды деятельности, то, что самое как бы главное, да, чтобы мы знали, сколько у нас предприятия там в сфере услуг, не знаю, в сфере производства, предприятие расписывает абсолютно все виды деятельности, которые осуществляют. Звесткі ад мікраарганізацыі ў галоўным статыстычным управленні Віцебскай вобласці прымаюць як на паперы, так і ў электронным варыянце. Прадаставіць дадзены неабходна да 30 студзеня. У адваротным выпадку прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у выглядзе штрафу. Папярэднія вынікі моніторингу мікраарганізацыі рэгіёну будуць падведзены ў маі.